Друзья, я рад вас всех приветствовать на канале SKRD Offroad. А сегодня это канал Aqua SKRD, будет как-то так. В общем, сегодня видео не про джипинг, но так как это мой канал, и я слегка люблю разные приключения, и сегодня меня пригласили понырять с аквалангом в Большую Триш, это что под Анапой. Я согласился, а почему нет? Это какой-то новый опыт. Я фридайвингом там, ну, нырял. А так, чтобы именно с аквалангом, еще и на 20 метров, еще и к кораблю, нет. Поэтому это точно не реклама. Это просто как нужно проводить время. Тем более у нас середина сентября и такая прекрасная погода. Такое чудесное море и горы. Поэтому я думаю, что это будет отличное времяпрепровождение. Ну, вам приятного просмотра. Музыку, как всегда, накладывать не буду, поэтому будет бульбы, море, ну там, вода и так далее. В общем, идем переодеваться и заныриваем. В общем, будет интересно. Немножко тут шумненько, но это пока кислородом баллоны заправляют. Заходим на территорию. Имеется уже туристы. Так вот, парни здесь инструктаж проводят. Оборудование. И вот так вот. Сейчас переоденемся. И будем нырять. Сюда посильнее зажимайте прям. Вот, смотрите. То есть я? И что выйдет должен делать? То есть я ее просто дожал, она сама все сделала? Да, регулятор сам себя очищает полностью. Попробуйте еще раз. Если вода в рот попала, вообще не надо ничего, ни ее там, ни глотать, ни выплевывать, ничего. Нажали, регулятор все забрал. Thank you.
Так, сейчас чуть какую-то панику поймал, как будто выдыхать забываю. Ничего страшного. Да, набрал просто воздуха уже много, а отдышаться не могу. Просто это как будто выдохнуть хочется. Сейчас, да, секунду. Ух. Еще ограниченная видимость. То ли сдавило, не пойму. Смотрите, мы сейчас глубоко не пойдем, поплаваем, вот здесь будет. Да, надо понять, да. То ли, я не пойму, то ли ребра то, что сдавило этот груз. Фу, как будто, да что ж такое меня. Сильно пережимает? Да, вроде да, меня так затянули прям. Лягте на спину полностью сейчас, подрастает. Ага. Да, наверное, все-таки из-за него проблема, потому что он прям на ребрах его затянул. Да. Так получше? Ну да. Посвободнее, а то легкий вообще. Что это принесет? О, это нормально, вода сама по себе движется. Все. Давайте еще раз. Ага. Thank you.
Сядешь, да? А, все, понял. Вон оно что. Сначала были непередаваемые ощущения, да. Это вообще, когда они, как это, фри, да? Да. Дайвинг, который, это было вообще другое. Потом нормально. Так, все, снимаем. Вот, нет, опять же, под водой был, тоже там около пятнашки я нырял в Крыму. Но это другое, когда ты под водой дышать можешь, ты сначала не можешь это понять, а потом, когда... Да. Да. Ну, не 10, я говорю, я вот, ну, сколько, вот это вот первое что-то было, да, непонятно. А потом все стало нормально. Я, главное, что не дышать вот это без паники, и все отлично. И увеличиваю, что я там еще... Приближаю, да, и объект кажется крупнее процентов на 30. Да, это я понял, я по мотоциклу понял. То есть остальные объекты не знаю. А, кстати, я... когда рыбу увидел вдалеке, она что в тени появилась, я такой, что делать? Не, я не понял, что она и вот это было интересно. Да. Что, ребят, рыба? Спасибо инструкторам. Там звук, правда, не слышно в боксе, но... Ну, он такой, эхом там, да, приглушенный. Классненько. А вот эти вот все стоят столбики, это типа зона, да, ваша получается, ограждена, что вот эти постоянно. Ну, пики, да, постоянно. Нет, это у нас пару лет назад была подводная фотовыставка. А, все, я понял, вы на них вешали, да? Ну, а сейчас просто оставили как ориентир. Мы огородили, чтобы они к нам не забывали. Ну, вот, да. А корабль он тут и был? Или... Пушка там стояла, какая-то такая, это рядом. И мы, получается, доплыли, корабль был вон аж, то есть первый буёк это была акула, а вот дальний буёк это был корабль, там вот около, от 15 до 18 метров примерно глубина. В общем, необычный опыт. Вот так это происходит, то есть каждому человеку прикреплен инструктор. Вам все объясняют, здесь идет инструктаж, здесь сразу группа отправляется, вот так вот первый заныр, там объясняют что как, чтобы как вы себя чувствовали, еще раз повторяют инструкцию, и потом вот уходят уже на глубину и начинают нырять, и там сначала 2 метра, потом 5, потом уже 10, 15 и так далее. Вот, поэтому, ребята, кто не погружался с аквалангом, рекомендую. Это крайне необычное ощущение. То есть, кто нырял фридайвингом, это вообще ерунда, если честно. То есть, ну, это понятно, там, вздохнул, нырнул, выдохнул, вынырнул, выдохнул. А тут совсем другое. Я там в моменте сразу запаниковал, немножко мне, кажется, грузиками ребра передавили. И я вздохнуть не мог, точнее, вздохнул, а выдохнуть не мог, и мне не хватало. Но потом поправили, и все пошло как... по маслу. Поэтому всех приглашаю. Большой Триш дайв-центр здесь очень круто. И есть на что посмотреть. Но это прям необычное ощущение, потому что у меня тут еще отмазки. То есть, потому что вы, когда погружаетесь, то есть, допустим, без акваланга я могу нырять на двадцатку, когда на задержке дыхания фридайвингом. Когда вы в воде пытаетесь дышать, первые минут 5 организм не понимает, что вы от него хотите, и он прям сопротивляется. Но потом главное успокоиться, равномерно дышать. Главное еще понимать, что инструктор всегда сзади, и все будет отлично. Поэтому всем рекомендую. Ну, а с вами до следующих встреч. Это было неожиданное такое видео, спонтанное, без джипов. Поэтому я думаю, вы оцените красоту вот этого вот моря. Это было прикольно. Все, всем удачи и пока.